have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет-привет! Пойдем сегодня с вами в Breaking Point и будем ломать не только точку слома, но и, наверное, лица и всякое такое. Кстати, да. И лампочки. Лампочки по возможности обязательно надо ломать. Это же святое, это же типа фишка этой игры. Как только ты побеждаешь, такой, да, держи. Почему все время? Видите вот эти очечи? Это вот пару недель назад был ивент, когда выдавали вот эти очечи, еще такую кепочку. Надеюсь, ребят, кто-то из вас успел это забрать. Было бы обидно пропустить. Ну, да. Мы же не новостной канал, мы просто тупо хвастаемся, мы же не говорим, где это достать. Мы что, друг друга убили? Вы что? Я в шоке. Голосуйте за меня. Голосуйте за эту девушку. Голосуйте за эту, она в шоке. Да. Фух. Это был не я. А как она продолжала на стуле сидеть? Лаги, баги. Как же хорошо то, что за меня никто не голосует. А как можно было, блин, остаться сидеть на стуле, игра? Это лаг. Хедшот. Блин, мне теперь его подошву нюхать, серьезно? Ну смотри, оно такое... На, занюхни кроссовок. За меня никто не голосует. No. Опа. Все хорошо. Так, теперь голосуем за чувака, который выиграл. Не-не-не, за меня. Давайте за этого чувака с яйцом. С лицом яйцом. Привет. Почему? Я тебя подставил. Это я против тебя голосовал. Ты? Слышишь? Нечестно. Ну ты мог его убить. Вот как она, например, как он. Это он, извините. Он? Это вот это существо с синими волосами, это же вроде парень. Существо. Хотя в наше время никогда нельзя Давай быть уверенным. Давай я посмотрю, что... Маскировка. Ты будешь маскироваться? Да. С твоим прекрасным скином кота ты будешь маскироваться? Эти люди недолюбливают котов. Это тогда, ну блин. Деритесь насмерть, твари. Мне дадут нормальную маскировку или нет? Нет, зачем? Там эта маскировка с очками и носом накладными. А иди нафиг! Убери свою клешню от меня! Я могу быть вампиром. Вампиром сомбреро. Да блин! Это было сейчас печально. Хорошо. Уйди нафиг. И чат тоже уберите. А чат не убирается, прикинь? Жалко. Да. Так. Не надо тебе быть вампиром в сомбрере. Я уже не хочу быть вампиром в сомбрере. Мне не дают нормальную маскировку. Блин, я сделала этот смайлик кота, который... Да я вижу в чате, да. Так, окей, окей, хорошо. Понятно, что я победил. Давай, победяй. Я просто хочу получить кредиты, потому что мне хочется что-то купить, а вот что? А вот что? Да, кстати, ребят, вот с деньгами в этой игре, в этом режиме прям туго-туго. То есть это нужно или постоянно побеждать, что здесь невозможно, потому что большая доля рандома, или же, я не знаю, они рассчитывают, что люди донатить будут. Наверное, кстати, да, рассчитываю, что люди будут донатить, потому что, ну, иначе... У меня вообще 370 кредитов, я коплю 500 на новый скин уже. Нет. Я? Нет. Фу. Да, я. Блин. Ты? Угу. Почему? Да, у меня было предчувствие. Как только свет погас, у меня предчувствие, блин, Кто мне сейчас убил? Прилетит. Как думаешь, откуда был слышен выстрел? Я голосую за чувака с сомбреро. Мне кажется, что это было где-то слева от меня. Вот та, которая говорит «Окей». По-моему... Меня убили. Да. Это чувак... Это вот с этой стороны. Это вот с этой стороны кто-то. Это дура с желтыми, то есть с черными волосами, да. Руби not found? Да, Руби not found. Мне кажется, что... Или Диана, или Руби...
объяснить. Хотя, черт его. Так, давай-ка смотрим. Кто же это был? Люди начали догадываться, что с этой стороны кто-то. Вы пожалеете. Мне так нравится стол с аквариумом. Он красивый. Он очень красивый, на самом деле. Это Руби! Это Руби. Я с самого начала подозревал, что это Руби, но никто не голосовал за Руби, потому что она красивая, это нечестно. В смысле она красивая? С какой стороны? Она уродлива. Но есть же люди, которые считают ее красивой. Везде найдутся такие. Смотри. Murder has died. Это была она. Я изначально я тебе сказал, что это слева что-то, а потом ты уже уточнил, что это из тех, которые слева, это Руби. Значит, мы с тобой оба были правы. Фух. Это прям было отчетливо видно, потому что... Потому мы первые сдохли. Почему тень двигалась? Тень выгалась. Выгал, выгал, выгал. Выгал, выгал, выгал. Да до лампочки все. Я хочу голосовать за лампочку. Чувак, нет, чувак сомбреро, только нет, ба! Не делай этого, не делай. Чувак сомбреро, я верю в тебя, ты должен. Спасибо. Чувака в сомбреро снесли. Достанется, в конце останется только один. Знаешь, так... Мне что-то страшненько немножко. А, пушка не сработала. Давай секретно, я убью кого-то секретно, бекон. Бра. Блин, я не смог убить бекон. I saw that. Чувака в сомбреро снесли. А вон то черное существо, это что? Черное существо? Где черное существо? А, вот этого черного существа на разноцветном стульчике? Прикинь, я бы его не заметил. Roblox или Fortnite? Конечно, Roblox, ребят. До свидания. Он меня раздражал. У меня что-то страшненько, то что меня убьют. Но это вполне возможно. На золотом крыльце сидели. Бекон, я верю в тебя. Ты хороший чувак, Бекон, не делай. Бекон оказался плохим человеком. Отомсти за меня. Если меня самого не грохнут. Я вообще когда-нибудь дойду, чтобы убить. А! Есть! Ха! Секретно. А, зачем публично? Могут же быть ее друзья. Нет, 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 все честно. Под конец все честно. Почему на вашем стольчике, на вашем столе? А, пушка не сработала. На вашем столе бегай, чувак. Ты присмотри. Да. Блин. Кстати, это опять она. Она была убийцей, и она сейчас победила, хотя в прошлый раз она не победила. Я все время буду голосовать за Руби. Вообще, как только у меня будет шанс кого-то убить, я убью Руби. Руби, я заслуживаю. Меня подвело то, что я находился от третьего лица, и она быстренько зашла мне за спину, и я не успел повернуть камеру. Нет, я согласен, что это я накосячил, просто я... Ну, это хоть какое-то объяснение тому, как я сейчас так просто слился. Я мог победить, да. Ты вообще да. мог влечить шифтлок, это когда ты поворачиваешься и твои... Я не люблю это. Да, это так же, как мне говорили в экзамене, сделать центровку, не люблю. Мне нравится наблюдать именно вот так вот, типа, с зажимом кнопочки. Блин, он... Странно, что он меня не выбрал. Черное существо. Кстати, прикинь, какие у него тактические преимущества. Он полностью черный, его тяжело заметить. Убей-ха! 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 Я тебя дважды убил, чувак! Слушай, ничего личного. Просто меня смущает, что ты черный чувак в черной комнате. А вдруг это АФКшник, который будет длить раунд? Не. Да ж... Походу, это был его друг. Топ тебя! Всех убью, один останусь. Посмотрим, как дерутся маги. Мы знаем, что маги дерутся не очень хорошо, они обычно пользуются магией. Магия кидания ножей прямо в цель. Да, маг проиграл. Вампир, только не делай этого. Спасибо. Ок? Ну уж не знаю, чувак. Насколько ок. Guys, don't kill me. Именно после этого к тебе придут и убьют тебя. О, метатели. Да, хедшот. Бум, хедшот. Бум, хедшот. Да ну блин! Это было обидно. Ладно. Ты.
Блин, промазал. Я хотел выбрать Руби, я выбрал этого чувака. Да уйди ты от меня. Да умри ты уже, чувак, пожалуйста. Верю в тебя, ты умрешь. Ты реально умрешь? Я верю в тебя, ты сможешь. Блин! Как? Он, чувак, писал, cat is best. Love cat for my... У тебя поклонники нашлись. Ноу! Он реально так за тебя переживал, блин. Такой, да, это же кот. И там чуваки такие, прости, кот. Ох, прошли фанаты. No, not the cat, poor cat. Love cat for somebody. Кто-то попытался такое же сделать смайлик с догом, но с догом не получилось. Панда тоже не получается. Кот, да. Особенный. Оу. Блин, вовремя ты. Этот, консолиголовый выиграл. Прикольно. О, килл бонус, да. Десяточку все-таки. Блин, я же двоих убил. Погоди, за человека по пять этих дают? По пять кредитов? Фанаты готов. Ладно. Ну-ка, сейчас. Он лампочку не разбил. У меня появляются тиммейты. За кота. Критический раунд. Двойные кредиты. У меня фанаты. Меня не будут выбирать. А? Тогда... Ну да. Долбанный метатель. Этот говорит, цельтесь в смешного кота. Коты хорошие. Короче, такое общество котолюбителей. Это послужило катализатором событий, да? Катализатор событий. Все, голосуем за черного парня, черт, потому что черт, тот выбирает черт, итог. Черт, 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 черт. У меня реально появились фанаты, которые любят котиков. Да ну я ж подобрался уже к тебе. А-а-а! Бесит. Ну, блин, я проскакал всю карту, подобрался к чуваку и... Он меня прибил. Иди сюда. Убегаешь. Хай. Ха-ха-ха. Спасибо. Тиаго. Тиаго. Let's go. Вот опять вы любите... Кидать ножи, да вы задолбались. Просто ты просто звезда раунда, чувак. Все тут, короче, помешаны на котиках. Да, молодец. И сколько ты двоих уже прирезал? Нормально. Кот, это бог. Давай, вот это. О, нет, Руби! Да-да-да, есть. Нормально. Хедшот. Изи. Котобог! Слушай, вот таким вот образом люди и стали поклоняться котам еще в Древнем Египте. А тут, ну, после такой каточки я вполне готов поверить, что все коты это боги. Все начиналось с того, что 10... Это все начиналось с того, что 12 человек сидели за одним круглым столом. И кот сказал, не убивайте меня. 4! Я сейчас, походу, начну сам верить в божественное создание котиков, так что... Изи! 5! Это раунд с двойными очками, Карл! Кот никогда не проиграет! Шесть! Как это, как отсчет перед Новым годом, только наоборот. 7. Так, ладно. Кот никогда не проиграет этим людишкам. Бекон, иди сюда. Вот, 7. Хедшот. 2 хедшота. Киткет. 8. Нет, это 7 было, погоди. Ну давай, чувак, умри. Только попробуй меня убить, ты не сможешь, ты не сделаешь этого. 2. 8. Блин, весь стол прирезал просто.
Кто сейчас? Твой самый большой фанат. Он мне дал себя убить, потому что он мой самый большой фанат. Пусть вот эти вот будут драться. Ну, прикинь, если я победил раунд. Team Sock, Team Dog. Хедшот. Давай, последнего надо прирезать. Давай не будем кидаться, чувак. Нееет! Это как вообще сейчас? Блин, ноу! Ай, было реально близко. Ой, офигеть. Сколько ты получил? В общем-то, у меня изначально было 359 монет, сейчас 420. Просто разбогател, пошел и, ну, это... Офигеть. Все такие, нет, кот! Это была просто игра, демоны! Извини! Ну, блин, это было реально круто. Это была не просто игра, это была офигенная каточка. Бам! Спасибо. У меня сегодня самые длинные каточки в истории. То есть меня вырубают просто первым или вторым, или... Или, короче, да. Меня просто вырубают. Чем я-то не понравился? Обнимите кота. Для кошачьей силы. Да, обнимите кота для кошачьей силы и победы. У тебя теперь и хейтеры появились, поздравляю. Слишком много фанатов и слишком мало хейтеров. Вообще на изи. Но это была просто игра. Roblox shirt. Да. Так. Нет, 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 прикольно, прикольно. Вот этот культ, который вокруг тебя развели, это интересно. Катульт. Так, ну, типа, не знаю, смотреть на этих чуваков. Давайте вернемся, когда новый раунд начнется. Итак, новый раунд. Нет. Меня убил! Ух! Собака! Ах! Чувак! Чувак переоделся в собаку. Или он пришел в собаки. А почему у нас, ну, типа, голосовалка была? Просто второй раунд подряд у нас рандомное убийство. Я бы хотел там, например, файты какие-нибудь. Убери от меня свой пистолет. Фу, хорошо. А кто убил-то? Собака? Меня убил собака. Нет. Уйди. Убери лапы. Do I have swag? No. Так, псина. Я хотел убить черного или псину, но черного за меня убили. Если меня не грохнут... Если у меня будет шанс, я убью псину. Вообще уже моих... Нет, фанаты... ребят, чтобы вы понимали, собак... Мы любим собак, но собаки в играх настолько демонизированы. В любой практически игре какие-то собаки — это обычно зло. Кроме того же медиума, который был, там была собака нормальная. Вот... Поэтому в играх мы их убиваем. В жизни любим, в играх убиваем. Это при этом... При записи этого ролика ни одна собака не пострадала, если что. Да. Это были робособаки. Киберсобаки. Да, киберсобаки. Так, ладно. Если у меня появится... Да чтоб тебя, ладно. Видишь, никто тайно не убивает, все убивают явно. То есть явно тренд изменился. Раньше все убивали в темноте и надеялись, что их никто не заметит. Хотя по вспышке можно было все равно спалить, кто стреляет. А сейчас все стреляют в открытую. В открытую я стрельнул в собаку. Святик, не Светик, Святик. 2-2-8-6-6-6, ого. В этих цифрах явно что-то связано. Ну ладно. Ты, наверное, Святослав, что ли? Так, Ленусиг выиграла. Ленусиг. Пойдемте еще один раунд. Святиг. Don't sorry, I will kill her. Чё, блин? Ладно. Дог.
Так, голосовалочка закончилась. Я очень сильно хочу, чтобы собаку... Чтобы собаку гавкнули. Теперь я прячусь, чтобы собака кряк... Мы с тобой еще вместе сидим. Это круто. Файт. Тудун, 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 тудун. А! Долбаная собака, подохни. Хи-хи, бой. Эпический файт. Который не продлился и полсекунды. Просто. И мой катафанат такие, да. Опа, 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 тебе пришли мстить. Разборки на районе. Это победитель. Есть, ты грохнул победителя, ты грохнул чемпиона прошлого раунда. Ой, что ты чего говоришь, мне ты пожалеешь. You're gonna regret this, cat, for killing my friend. Это был твой друг. Хорошо. Ладно. Ты что, пошел с черным разбираться? Просто уничтожил. Никто не посмеет меня убить. Да блин! Что ж, что ж меня так, блин, сегодня просто офигеть. Я не понимаю, что происходит. То есть, ну, я вроде как неплохо играю в эту игру, но сегодня меня просто аннигилируют. Это даже не уничтожение, это вот просто расщепление на атомы. Аннигиляторная пушка. Руби, ты пожалеешь о том, что ты сменил сторону кота на сторону собак. Оба. Так. А сейчас ты чего застрял в стуле? Попробуем. Вот в чем вот. Дело. Он вообще будет двигаться? Ну, типа, вот, файт. Ау, хедшот. Руби, ты пожалеешь о том, что ты сменил сторону собак. Да уйди ты с меня. Слушай, меня боятся, никто не убирает котов. Ну, после того, как ты убил 8 человек, конечно, тебя боятся. Да свали ты от меня! Я их съел. Я запутался под ноги, и они упали. Это есть! Белого убили. Нормально. Он меня тоже это немножко... Это была случайность. А чё она не идет к тебе? Потому что она меня боится. Вот в чем дело. Лапочка! Лапочка! Ну все. Ты обязан победить. Уверен в этом? И тогда на этой страшной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю серию, ребят. Спасибо, что были с нами. Увидимся в следующих сериях в бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.